СОБР задержал в Мариной Горке особо опасного российского преступника. Известно, что 42-летний уроженец Татарстана находился в международном розыске за особо тяжкие преступления. С 2001 по 2015 год злоумышленник входил в состав бандитской группировки. Профиль преступной организации, похищение людей, вымогательство и разбойные нападения. За свои былые заслуги мужчина уже не раз был судим. По информации МВД Беларуси, в нашу страну беглец приехал из России и скрывался в Мариной Горке на съемной квартире. Причем жил бандит за счет дамы, с которой познакомился уже в Беларуси. С учетом тяжких преступлений на счету подозреваемого, а также его агрессивного поведения, задержание производилось при поддержке бойцов отряда быстрого реагирования, потому что оперативники обоснованно предполагали, что может быть оказано сопротивление вплоть до вооруженного. Тем не менее, задержание было произведено в доли секунды. Сейчас задержанный помещен в изолятор временного содержания, останется там до рассмотрения вопроса о его экстрадиции.